Значит, у тебя море тоже будет из фантазии, из головы, да? Но мы не будем слишком уж в цветах с тобой. На вы возьмем старую смесь, это белила и ультрамарин. Очень просто и понятно. Смотри, красочка белая, красочка синяя. До такого сметанного состояния доведешь с помощью разбавителя. И залепишь холстик штрихом. Зачерпнул краски, поштриховал, успокоился. Опять замес. Так жирненько, да? Жирненько. Не сделай малокрасочный слой. Краски должно быть достаточно. У тебя линия горизонта будет находиться примерно по центру. Касание моря к воде, вот здесь. Вода, вот так. Здесь будет уже небо. Касание неба к воде сделаешь несколько светлее. Хорошо? Немножечко. Вот так. Здесь, возможно, появятся какие-то горочки, ну, которые ты сфантазируешь. Здесь у нас будет волна на первом плане. Подходит тебе такая? Да, да. Здесь змейка воды. В общем, все крайне просто и понятно. Здесь песочек. Песочек или галечка, посмотрим, что лучше подойдет. А сейчас тебе все это необходимо сделать вот так. Однотонно, чтобы белизна холста тебе не мешала видеть и понимать цвет. То есть сопротивление с белым холстом, допустим, тот же голубенький, смотрится сильно темно. Понимаешь? Избавься от белизны, заодно и холст будет влажный, удобный для возделывания. Давай. Ну и хорошо. Смотри, даже мы с тобой без тряпки. Без тряпки обошлись. Все облачко. Ровненько. Я еще хочу облачко. Конечно, облачка. Там вот сейчас самое время. Значит, есть несколько вариантов подхода к облакам. Заранее определить для себя источник света. Свет светит справа или слева. Откуда? Нет? Слева. 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 Правильно? Давай. Слева. Хорошо. Значит, возьмешь мастихин. И со световой стороны, слева точнее, направо можно вот таких штучек позаложить. Затем их попридавить. Нижнюю растереть. То есть уже будет что-то облачное. Второй вариант. Ты можешь взять кисть на ребро краски и поштриховать облака. Видишь, кисть не так ядерно сразу работает, но тоже с расходом в мутную в нижнюю часть. Вот. Третий вариант. Ты можешь взять палец свой, ну, который у тебя все время с тобой, и пальцем сработать. То есть, как ни крути, у тебя должно получаться облако. Попробуешь эти три варианта, можешь даже в этом участке попробовать. А потом пойдем на чистовую в небо. Хорошо. Слушай, ну прям уже картина. Я говорю, здесь куба макушки горы. Самолет. Ну дай-ка я зайду. Ну будем продолжать первично или вот это уже оставить? Ну как-то волнушку. Тренировалась и создала небо сверху. Отражение, такая гладь, нетронутая воды. Знаешь, когда на самолете, Да, летишь, я и говорю, вот такое ощущение. Над облаками, да? Ну, она тренировалась? Ну, вроде не знаю. Поняла или не поняла? Да, вроде поняла. По результатам поняла? Да? Да. Просто со стороны оно смотрится, конечно, красивее. Тебе самой кажется, что некрасиво. На самом деле, очень даже прилично. Особенно, если для новичка. Давай, пока краска в небе не встала, не засохла, ты создашь облако какое-нибудь свое. Я рекомендую вот где-то в этом участке. Да, и низколежащее. То есть вот прям с горизонтальной этой? Да. Где-то оно так выйдет в полосочку. У нас там есть фотографии с облаками. Ты можешь взять прям чью-то фотографию и попробовать сюда влепить. А если сфантазируешь, вообще хорошо. Море, небо. Ну вот эти твои тренировочные облачочки,
Я предлагаю все-таки кисточкой подчеркивать. Я говорю, что сейчас не делать. Ты видишь, как хорошо работать в одном цвете? Как можно фантазировать, убирать, добавлять? Ну да. Прямо аж ого-го. Угу. Я здесь. И здесь? Не уходи далеко, смотри. Не-не-не, смотрю. Снял. Царапал. Угу. Помнишь, какую синюю мы использовали? Помню. Какую? Ультрамарин. Молодец. Теперь этим ультрамарином можешь тряпкой. Ну, у тебя хорошо складывается с кистью, поэтому давай кистью. Горушки. Вот так понаштриховать горочек своих. Ага. Никакую картинку мы же не используем. Какую-то гору, помнишь, всплывает у тебя в фантазии? Я на левую, это самое, была на юге-то 5 лет последний раз. А, ну, должна всплыть. Здесь у нас гор таких нет. Ну, твоя мысленная гора должна сложиться. Значит, единственное, что, прошу тебя, от воды пойти. То есть не от линий, а от воды. К очертанию. Хорошо? Угу. Давай. Ну хорошо. Ну здесь вот что-то спереди вот хочется мне уже это как-то вот. Погоди, давай с дальнего плана. Ну. Гора, дальше что идет? Все время горы. Вот сюда тоже гора. Ну после вот было небо, потом гора, потом волна. Да. Потом ближе. Сразу еще волна. Сначала она же сначала. Давай основное. Ты гору сейчас вот так поставишь и не поймешь, где у тебя волна. Угу. Давай смелее, все-таки мы должны... Ну, там вот облака, ничего, можно же, да? Можно, можно. Чуть-чуть бирюзы. Ой, тоже ультрамарин. Без других цветов. А потом она станет бирюзовой. Угу. Поштриховала как пятно, как колбасу. А вот здесь вот не надо? Подожди, подожди, слушай меня внимательно. А здесь, а там, а тут. Поштриховала как пятно, я же тебе рассказываю, а ты меня своими перебиваешь. Колбасу наштриховала, угу. Задала направление. То есть я как бы метнул краску. Угу. Причем я не мастихином. Если бы у нас была фотография, с которой мы передираем, да? Угу. Мы бы сразу сработали, а сейчас мы в поиске. Почему? Не понравилась мне эта волна. Хочу я ее сделать меньше. Пожалуйста. Белила, стала волна. Угу. Мастихином ты навалишь краски. А ты еще не знаешь, что рисовать. Ты не знаешь, где у тебя главный герой волна, а уже хочешь гору. Понятное дело, что лодочка, мастихин, да, но в этом случае, давай так. Угу. Других, да, там и мастихин, и... прилегающие. Дальше. Обозначь для себя берег. Берег будет темней, чем пена. Навалил краски. Можешь даже вертикально показать, что будет здесь отражение чего-то. Угу. И вот тут самое время твоей горы. Угу. Ближе, темнее. Допустим, могла бы разбиться пена здесь. Немножко это обозначило. Допустим, это не одна волна, а две. Это что? Ну, в город коричневый. Какой коричневый? Только ультрамарин. Да. Ты не понимаешь, наверное, да? Я скажу, когда коричневый. Поищи рисуночек. Пожалуйста. Сейчас мы ведем другие цвета, уже ничего не исправишь. Смотри. Угу. Здесь, к примеру, мог бы быть заворот волны. Вот этот пенистый намах, да? Вот так. Здесь, к примеру, должно быть посветлее.
Может, еще какой-то камушек поставим. Ну, посмотрим в дальнейшем. Когда будешь уверена, что похоже, угу. в таком черно-белом, только вместо черного синий, пойдем цветом. Нахрапом, мастихином, лодочками, густотой краски. А сейчас поищи. Так. Сказал бедняк. Ну, слишком она... А, здесь еще пена будет, да? Да. То есть ты от моего варианта не отошла. Ну и ладно, может быть, нет, это будет. Нет, почему? У нас была... А, это она одна. Она была более широкая, и вот она сюда больше уходила. А я ее чуть-чуть откатила. Молодец. Все, я понял, понял. Значит, белым покажешь, где пена. Угу. То есть конкретизируешь, пока ее не сильно заметно. Это камень, насколько я понимаю. Да. Также покажешь где-то грань его, чтобы не просто... Или там могла бы быть пенка на него накатывающаяся. И ты знаешь, еще когда на море такие бывают моменты, одна волна ударилась об берег, раскатилась. Угу. Эта вода, которая была в воде, в волне, угу. она пошла назад. А здесь, наоборот, идет вперед угу. с моря. И у них такая... как бы происходит такое столкновение. Угу. Обычно где-то вот в этом месте. То есть это не волна, это ну, да, должна да. понимать природу. Это столкновение двух вод. Фыр-фыр, да. Сюда направление, а туда вот так. Когда ты будешь понимать природу вещей, ты их будешь на раз-два изображать. Вот. Ну, предварительно, конечно, с этим мы должны разобраться. Сейчас покажи, где пена, чтобы я видел. Угу. Где у тебя берег. Допустим, вот здесь еще чуть-чуть склон больше. Не вот так, а еще чуть-чуть. Да. Ну, параллельно ей. А то ты ее ущемляешь. Слишком здесь мало. Вот. Может, здесь еще какой-то камушек станет. А так, хорошо идем. Вот когда слушаешься, очень все. Обогатялкой обогатин. Значит, обогатялка у тебя будет бирюзовая. Сюда будешь вот так гонять красочку. Чуть-чуть с разбавителем. Намешаешь, буквально чуть-чуть, чтобы легче было тебе растаскивать. Набьешь сюда бирюзы. Также и здесь, и здесь, и здесь. Также эта бирюза прозвучит вот тут чуть-чуть. Маловато краски, почему-то не знаю у тебя здесь. Будешь добавлять еще белила, вот такое делать. Небрежно, не вырисовывай. Угу. Ты пришла создать свою авторскую картину. Без всякой фотографии. Поэтому давай то, что тебе в голове пришло, то передай. А я уже помогу тебе сформулировать, убедить, фотографично сделать. Значит, плюс бирюза. Угу. Белила ультрамарин был. Угу. Я тебе не, я тебе не разрешал. Нет. Ничего вводить, а теперь еще и бирюзы давай. Угу. Ни желтого, ни коричневого, только бирюза. Запомнила? Угу. Молодец. Ввела бирюзу, уже сформировалось нечто. Наметила пеночку тоже, угу. красиво. Здесь только я не поняла, что у меня, куда она пошла. Смотри. Вот здесь я задам не более ровное, как у тебя получилось, ага. а еще и... За корючкой. Вот так. Возьмешь коричневый бирюзовый. Угу. Плюс голубую. Угу. Залепишь сюда темненький. Ну ты поняла юмор? Ага. То есть поиск состоялся. Добавим цвета. Тоже с этим движением. Вот возьми крупным планом. Угу. Вот так. Качелькой. Не спеши с одного раза все это дело сделать технично и правильно. Может быть, еще сюда цветика да. бирюзового не хватает. Слишком сразу белое. Угу. И сюда вот так.
То есть краски должно быть достаточно для того, чтобы формировалось. Здесь уже как бы мы в полную меру с краской будем общаться. Если раньше мы тонкослоили, растирали, да, это только лишь для того, чтобы иметь возможность исправлять. Теперь, поскольку мы уже в курсе, где чего, можем себе позволить начисто сработать. Смотри, и еще и общо, вот так. Плюс чуть-чуть желтого, тоже с бирюзой. Просветик. И также вот с этим движением. Ну, поскольку яркого света такого нету, не настолько она будет прозрачной, насколько хотелось бы, да? Значит, добавим вот сюда немножечко. И вот сюда. Можешь пальцем залезть. Сформируй здесь что-то тоже волнистое. Обязательно. Туда можно, да? Желательно ультрамарин, поскольку мы задали ход из ультрамарина, и ультрамарин будет везде. Вот. ФЦ можно, но нежелательно. Ну, то есть ты должна понимать, что можно пойти через один основной цвет, голубой, либо ФЦ, либо ультрамарин. Ну или там еще какие-то цветики. Но он должен быть основным. Тогда будет живописно. Как бы там такая ямочка небольшая. Я возле моря вырос и жил, поэтому я тебе компетентно могу сказать. Ну, я тоже вроде как возле моря живу, только оно другое. Вот там как бы на берегу ровный-ровный берег, потом ямка и на углубление. И в шторм. Почему волна именно здесь собирается? Почему не здесь? Там идет резкий перепад дна, понятно. Поэтому волна там. Вот. Вот здесь белил не будет, там теневая. То есть ты наметила, сейчас уже рисую. Теневая – это ультрамарин, белила, плюс капелька розового. Для того, чтобы задать такой фиолетоватости чуть-чуть. Белый в тени вот такого цвета. Покажи, пожалуйста, на палитру. Задашь всю пену в такой тон. Заштрихуешь, заштрихуешь. Кое-где совершишь такое движение. Сначала бирюзовый. Собьешь в направление ската волны. Сверху положишь капелюшечку белил. Причем не просто положишь, а на ребро возьмешь краски, сделаешь такую полосочку, причем не на краю, а ближе сюда, и тоже ты ее чуть-чуть собьешь. Плюс можно еще и сверху чуть-чуть отрезать темнотой, чтобы было более внятно, более понятно. Вот. То есть волна не сразу пенится, а плюс еще какой-то ровный заворот. Вот он там будет проглядываться. Добавишь сюда пенки. В это место также. Ну и в конце белила. Капелька желтого. Это много, смотри. Значит, это тебе будет база, откуда брать. Макнешь один раз в разбавитель. И вот так поначвакаешь тут чего-то пенного.
пенного освещенного. Оставь вот здесь тень, пожалуйста. Поначвакал, поначвакал. Здесь также ты пойдешь сама. Вот. А затем еще и смоделируешь забором в тряпку краску. То есть сразу же не получится то, что нужно, а потом домоделировать – милое дело. Где-то, может, даже и открытые белила пойдут. Чуточку. Ветерок куда дует? В эту сторону? Угу. Значит, больше с вот таким. Сюда. С вот таким движением. Давай сама попробуй. Много белил сходу. Белила все-таки это конечное, освещенное. Ты смотри, убрал белила, сразу естественнее пошла волна. Вот здесь скрылась бирюза. Ну, в процессе того, как ты лепила пену, она просто смылась, да и ладно. Вот то, что пользуешься белым с желтым, это хорошо. Царапочки верну обратно. Вот место хорошее, да? Такое морское. Так, чуть-чуть поспокойнее фактуру в воде. Все-таки она глянцевая, водянистая. Еще навалю красочки. Розовато-фиолетоватовый от себя. Мне кажется, какие-то они диванами прям получаются. Диванами? Да. Нет, ну, диваны диванами, а море оно. Ну, хочешь больше, сюда откроем. Ну, вот я даже не знаю, да. Мне тоже предлагали. Во всяком случае, попробовать мы можем. Правильно? Угу. Понравится, не понравится, это уже другое дело. Мы же все-таки без картинки фантазируем, можем себе это позволить. Этот стакан сока мы выпьем. Вот себя. Ну как ты считаешь? Больше воды и поинтереснее, да? Ну да. Еще, они какие-то вот одинаковые. Смотри, почему еще диванами? Они имеют одинаковый угол. Если смотреть сбоку, то здесь будет вот такой угол, а этот повторять. Ну, надо было все-таки какую-то картиночку взять. Ну, потому что я первый раз, мне вот хочется все разобраться. Да-да-да. А мы, кстати, без картинки, ты уже это лучше запомнишь. Может быть, да. Это тебе в голову как забьется. А если с картинки, может быть, и не так бы забилось. Вот сюда темноты также. Смотри, как сразу белый день, светлый, солнечный. Хотя солнца нету. Ну, ты понятно, не рисовала солнце, ты вот этими движениями показываешь, что да, тут не солнышко. Перед этим так все время объясняю тоже. А ты работаешь, да, учителем? Я в детском саду работаю. Ты в детском саду? Да. Ой. Все силы? Потому что вот приходят валом, и вот в углу солнца это рисует. Я говорю, ну что ты в угол поставил? Прям не могу. Кто-то ну, молодец. Когда-то научит. Хорошо, когда учитель. Учитель еще и сам учится. Вот я, хотя и даю уроки, да, но я тоже сам учусь. Постоянно над собой работаю. Если проследить мой этап жизненный, да, когда я пришел в педагогике, я как-то тоже сначала не совсем все понимал. Сейчас постепенно открываются глаза. Так. Тут главное не спешить. Ты видишь, я не тороплюсь. Даю время мозгу поразмышлять над тем, что происходит. Вот сейчас, по-моему, мне что-то изнутри подсказывает, что здесь нужно еще потемнить. Ты как считаешь? Ну да. Вот таким движением покажу,
что там еще и волнушечка маленькая, темненькая. Очень часто встречаются вот такие места светлые, если свет оттуда. Ага. В море. Нос чешется что-то. Бингам. Бингам, да. Или клубивки. Поскольку не пью, значит бингам. Вот сюда еще. Ну, то есть полное бакханальное разнообразие. Свобода действий. Ты должна была идти по такому же пути. Пробовать, смотреть, как, а не упереться лбом и плакать, что у меня не получается. Ну, это как-то так настроилось. Да. Ты видишь, все намного как бы прозаичнее, чем кажется. Посветлее в том месте. Как бы свет оттуда, мне кажется, так. Еще вот можно пеночку здесь подсветить. Хотя тоже, прежде чем. Вот такое, вот такое. Да. Может быть, оно и перекроется, но желательно понимать, что это закручиваемость волны, превращающаяся в пену. Пониже, повыше — это дело другое. Ты сначала сделай как-нибудь. Так вот, я сделала как-нибудь. Ерунда получилась. Нет, у тебя цвета вообще не было, у тебя краски не было. Смотри, все, что я делаю, это новое привнесенное. Даже я не имею права, нечем смоделировать. У тебя сухо. Ну, в смысле, малокрасочность такая, сухотерка. Вот. Здесь светика еще. Самое интересное, что я, конечно, делал много морских пейзажей в жизни. Но сейчас у меня нет никакой картинки перед глазами. То есть эта фантазия чисто интуитивно созданная. Еще здесь хочется чего-то. Угу. Как бы вот такую закрученность тоже можно показать. Вот здесь пеночки. И смотри, я не активничаю в тонах. То есть все такое как бы обобщенное. Угу. То есть, видишь, волна не лезет своей яркостью к нам. Это фантазия. И должно быть такое все подразбеленное, подглушенное. То какое где, вот так где синий откровенно. И то только для того, чтобы белый зазвучал. Так. Ну, я думаю, пора коричневину вводить. Ты так не думаешь? Ну да. Вот здесь еще пена. А на ней самой ничего не будет? Будет, позже. Угу. Давай с основным хотя бы разберемся. Синий, коричневый. Сюда загонишь. Угу. Может, даже сначала пальцем. Я так и видишь, ты все знаешь. Ты все знаешь. Ну, я оставлю для тебя еще место. Пену уберешь, пока она нам мешает. Угу. Но то, что белое смешается с этим, тоже хорошо. Это очень даже хорошо. Смотри. Ну, да. Такой склон там сформируешь. И брызги там. Да. Потом еще и лягут световые какие-то удары. Сними это. Ага. Здесь будет посветлее. Угу. Не случилось вот тут. А я боялась тут это, потому что здесь же у нас же пена будет. А что под пеной? В смысле, что под пеной? Ну, откат-то пошел. Ну. Ну, и что под пеной там? Ты государственными словами не говори. Откат пошел. Под пеной?
смысле, камней ты имеешь в виду? Нет, нет. Ну вот, как ты говорил, вот она сюда пошла, да, вода, а потом обратно вернулась. И тут встретилась, и такая пшик, мы говорили. Да, да, вот, вот такой пшик заложишь. А, тоже голубенький. Ну, вот такие, по этой схеме. Да, схеме. А сверху белье? А сверху белье. Хотя бы такое. А теперь я фиг отойду от тебя. Да, терпи. Так, еще камень зацветнишь. Уже можно, уже разрешаю. Вот сюда. Я тебе царапаю, ты сделаешь кисточкой из мастихины. И тоже там сначала серебряная, вот это. То есть пена, как определение, сначала что-то темное. А сверху уже. Светлое. Тогда оно у тебя будет объемное. Объемное, да. Вот. Так. Ну и желтоватым тут слегка. Таким. Смотри как. Камера покажи повнимательнее, например, вот этот участок. Сначала должна быть, ну, по технологии так, смотри. Вот такая ровность. Затем движение вот такого рода. Рваного, непонятного. Ну, пена там такая. Уже похожа на пену, правда? Да. Но ты должна понимать, что она лежит на откатывающейся воде. Значит, туда. Значит, что? Значит, она плоская. Угу. Придавил. Можно еще повыгрызать. Там получается как дырочки такие. Да. Вот. Вот так можешь. Даже не нравится, поснимай. Угу. Еще придави. И откровенно белым, чуть с розовинкой, погуще. Вот так еще снабдишь гребешочками. Затем еще и, может быть, тенечек. Тень толщины этой пены. Она небольшая, но важна. Важна, важна. Можно вот. Ее подгрызть потом еще? Да? Да, да, да. Ты сейчас не только подгрызешь, ты сейчас сама все сделаешь. Угу. Вот желтизны чуть-чуть переборщила. И знаешь, что еще можно попробовать? Иногда вот под этой пеной случается такое дело. Желтый, красный, коричневый. Донышко, галечко. Может даже просвет. Просвет этого песка сквозь. Воду. То есть ты пошла туда желтым чисто интуитивно. Угу. Ты понимаешь, что там слишком бело. Ну да. И правильно. Я сейчас сделаю что-то среднее между бирюзой, цветом воды, собственно, да, и берегом. Здесь пальцем вот такую грязь наведу. Тоже это направление, о котором мы с тобой говорили. Попробую заложить сейчас. Угу. Ты знаешь, вот оно есть и в ту меру, которую нужно. Там дальше потише, поспокойнее. Пена хорошо гора, а еще и пена на нее завалилась. Ну сейчас давай начнем с дальнего плана эту пропись. То есть, допустим, камень. Допустим, на него пена. Небрежненько. Тебе останется смоделировать. Как бы дорисовать. Белил, поддави, пожалуйста. Так. Еще вот здесь чего-то темноватого не хватает. Камень это не только полосочки, а еще и острые такие. Очень хорошо у тебя цветово сложилось, но моделировательно. Не доделала чуть-чуть. Ну, откуда ж тебе знать, фотографии ж нет.
А сложно без фотки, да? Ну, сложно, конечно, потому что... Но интересно. Интересно. Вот так. Чего-то тут. Ну, цветы, понятно, да? А вот море дает себя без фотографии рисовать. Ну, хотя бы примерно. Ну, я тем более я в первый раз. Да. Ну, в смысле, море. Вообще море первый раз? Да, море в первый да раз. Да ладно. Я же пришла, почему? Потому что я еще ни разу не рисовала море, мне хотелось разобраться, чего там. Обалдеть, а мы тебе тут сразу такую задачу поставили. Ну надо же. Вот это змеевидное, вот такую змейку. Кстати, змейку мне лично проще вот по такой траектории укладывать, тяжелее по... Ну да, я тоже, кстати, вот обратила внимание, праворуким людям, что мне что-то... Праворуким людям как-то сложновато. Просвет песочка, да? Угу. Есть? Есть, да, теперь есть. Вот я его и хотела, только он у меня что-то с зеленцой, конечно, получился. Зато когда ты фотку возьмешь уже, ты скажешь, фу на нее. Куда эту фотку? У меня все не так. Нет, ну ты понимала сегодня многое, я думаю, усвоила для себя. Ну да. Ну прям вот берег, да, бережной. Он не настоящий, он не он живописный. Не, да, он не это самое. Но он приятный. Иногда приятное важнее, чем живописное. Может, где-нибудь такое есть? Нет, нигде такого нет. Но зато у тебя есть в голове такое. Да. И ты приходишь и говоришь, а у меня в голове вот такое. А у вас такого нет. Понимаешь? Отключите, девушка. Да не, ты что? Ты же не черное сделала, ты сделала цветное. Такой полупрозрачный силуэт камня под водой. И он перекрыт чем-то пенным. Да, так накатилось. Дальше вот здесь еще пеночка тоже. И сюда пенка как бы накатывается. Ну вот я забыл, что она в тени, что она синенькая, да? Видишь, сразу мне не по себе это даже стало. Вот так. Ну, вроде бы оно. Может быть, даже по-сухому, или не по-сухому, лучше по-сухому. Взять потоньше кисточку. Беленькие штучки эти. Они против света будут темными. Вот здесь. Синенькие. А там, где уже постепенно. Ну, беленькие. Ну ты шаришь. Ну поняла, да? Ага. Почему я рекомендую по-сухому? Это пену на самой волне. Mm-hmm. Бирюза не вмешивается, и они чистоцветные вот этому. Mm-hmm. Вот. Лучше оставь на... Ну я, да, я и поэтому... Тем более работа эта плевая. И ты, даже если не попало, не получилось, можно всегда стереть тряпочкой и попробовать mm-hmm. еще раз. То есть это дребедень. Так, еще поверх вот этих пеночек ты сейчас больше сделаешь. Mm-hmm. Так, оставь кое-где этот желтенький, ладно? Да, 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 хорошо. Здесь я тебе пену еще подсвечу. Побелее. Ну, такая добродушная картинка получилась. Чуть активнее все-таки. Вот здесь. Горочку. Чтобы она явнее отделилась от дальней. Дальняя у тебя идеально. Она у тебя. Ой, вкуснятина. И такие облака на нее. Да, знаешь? Это как, да. Как? Это я могу. Это я могу. Это этим я горжусь. Нарисовав это внизу все в облака. Ближе, да? Ближе, да. А если еще и синенький в нем? Синенький надо, да. Вот. Ой, оно. Это оно. Немножко рубленных вот таких скал не хватает. Чего-то освещенно-желто-красного. Ну, поскольку уже здесь свет появился аж вдоволь, вот здесь, угу. Чуть-чуть. Не ярко, а так вот как-то. То есть каша краски, которая, в общем-то, создает
иллюзия какой-то, какой-то горе, да? Угу. Это могла бы быть такая волна. То есть, допустим, здесь мог бы появиться еще один камень. Тоже освещенный слегка. И при этом белилами заброшенный. Так, вот это у тебя что? Голубая ФЦ. Опять да, не хватает электромагичка. Угу. Что же с куром такое? Саша, ты сейчас все нарисуешь уже. Только вот сюда хочется чего-то еще покинуть. Как бы отрезая волну. Задавая вот такую темноту туда, мы показываем ее мокрость. Ну, то, что это пена, а там вода. То есть это что-то вздыбленное, взъерошенное. А вот здесь уже вода. Так, ну давай сама. Ой, вообще. Я очень сегодня довольная. Вот я море сегодня первый раз рисовала. Первый раз? Очень много поняла, да. Очень много. Вот. Я думаю, что я это уже не забуду. Особенно, когда без картинки. Вот, ты, кстати, огласи, что мы не пользовались картинкой. Да, картинкой не пользовались.